Вы знаете, я на старости лет уже начал замечать, вот как-то пришел к такому мнению, что иногда народная мудрость кодифицирует подлость. Вот что-то плохое такое. Вот сейчас скажу о чем. Вы знаете, у нас есть такая дурацкая народная мудрость, или она еще не народная, но она или там близко к народному. Вот нет пророка в своем отечестве. Это дурость, переходящая в подлость, на самом деле, которая позволяет многим из нас не замечать то важное, значимое, хорошее, что происходит рядом с нами, на наших глазах подчас. Знаете, мы сейчас в последнее время как-то так, у меня много времени отняла вот эта вот битва, значит, с фантомами, битва с, как многим кажется, у нас была битва с Артемием Лебедевым, хотя это совсем не так, ну, кому-то вот так кажется, да, в медиа вообще все просто, там есть враги, друзья, вот как-то так, оттенков мало. Так вот, ну, пусть битва будет. Знаете, я с чем столкнулся? С тем, что вот многие из нас, в нашем городе много людей, которые занимаются дизайном. Многие из нас представляют себе, что вот что-то они там делают важное, и вот, наверное, все об этом знают. Ни черта не знают. Вот. Я обнаружил, что наш город не знает, что у него есть уральский дизайн. Очень сильный дизайн, очень хороший, очень разный. Чокнутый на половину головы, а есть классный коммерческий. Вы не представляете себе, какой в нашем городе дизайн. Я понял для себя одну важную вещь, что в этом виноваты не только те, которые там не видят, но и те, которые делают, потому что не рассказывают. Вот, считайте это премьерой. Я буду сейчас очень много рассказывать про уральский дизайн. Там есть о чем рассказать. Он замечательный, он прекрасный, и о нем можно рассказывать очень долго. Уважаемые друзья, знайте теперь, что есть не только уральский рок, не только замечательное уральское уличное искусство, не только замечательный театр уральский, и миллион всего, гражданская жизнь и так далее. Но есть еще уральский дизайн. Он есть, и вы еще не раз о нем услышите.